И одесситки присоединились к международному телемосту женщин-лидеров. Сотни желающих из разных городов Украины, Европы, Грузии и Израиля приняли участие в дискуссиях в рамках всеукраинской женской платформы «Киев Глобал Саммит». Главные темы – привлечение женщин в политику и их роль в решении военных конфликтов. Форум посвятили столетию юридического закрепления за женщинами избирательного права. Участницы отмечают, сейчас в Украине недостаточно женщин-политиков. Сегодня закреплено нормативно и законодательно женская квота 30 на 70. Во-первых, мы считаем, что 30% – это далеко не равноправие. Во-вторых, я хочу сказать о том, что нет механизмов, чтобы женщины их не ставили в конец списка, чтобы женщина реально принимала участие во власти и в политике. Поэтому мы требуем, чтобы женщина реально участвовала во власти и в политике. Знаете, когда за стол переговоров садится женщина, женщина-созидатель, женщина-мама, она в первую очередь думает о гуманитарных аспектах. Поэтому мы убеждены, чем больше женщин будет представлено в наших органах власти, тем более социально направленным будет государство и будет более экономически развито. Также участницы дискуссии уверены, сейчас главная миссия не сместить мужчин с лидерских позиций, а объединить усилия профессионалов ради преодоления главных проблем страны. То ни для кого не секрет, что женщины гораздо дипломатичнее мужчин, а как раз дипломатия, умение договариваться, решать мирным путем, и как военные, так и иные конфликты, это как раз самый большой запрос у современного общества. Более того, американские ученые подсчитали, провели такое исследование, что чем больше женщин в государственном и политическом управлении страны, тем меньше в ней коррупция. А это тоже один из таких необходимых запросов, которые современной Украине нужно дать ответ и нужно дать отпор.